Так, у нас сегодня новый объект. Мы взяли в работу канализацию, которая неправильно проложена была. Стройка, частный дом Булгакова. Ну, в общем, вот у нас канализация проложена неправильно. Мы ее переложим сейчас вообще в другое место. Сделаем новую траншею. Такая работа над ошибками. У нас дружественный трактор и тракторист. Дружочек. Сейчас мы зайдем, потихонечку сделаем. Есть еще второй там объект. И второй объект у нас тут. Вот из кессона неправильно сделанный дом. Это мы полностью раскопаем, трубу выковырим и проложим по-новому. Потому что неправильно завели в свое время. И мы решили переделать все вот это. Бижутерию, короче, по-другому сделаем. Ну, как-то так. Хозяев нет на объекте, мы самостоятельно работаем. Ну, как-то так вот делается. Руководитель проекта. Да, прораб. Прораб, да. Прораб. Сашончик очень аккуратно все делает, мастер своего дела, мастер по ковырянию в этой земле. Аккуратненько. Ты так рычажками делаешь, как ты разное. Ничего себе. Что достань? А? Что достань? Трубу достань, она там уже выкопана. А-а-а. А что-то труба-то какая-то тоненькая. А, нет. Сюда. Так, у нас заключительный этап. Сейчас к дому подойдем. Копает он и все. Такой был хороший дом, а мы его подкапываем. Да, бывает, бывает. Ничего, все будет хорошо. Все, дело сделали, выезжаем. В результате все сделали, прокопали. Будем закладывать сюда немецкую трубу. Сейчас закажем у ребят. Труба придет, будем доделывать уже. Ну как-то так. Все получилось? Ну вроде. Угу. Вот водопровода мы исправили, ну раздолбили, все вывели, то есть еще не вывели, но в общем все будет хорошо, переложим его на место, где положено ему быть. Сейчас у нас по дому канализацию по-другому заведем, она должна была быть в соседнем помещении, сейчас будем сюда ее делать потихонечку.